Я к вам обращаюсь, полицейский. Ну что хотели вы? По статье 5 закона о полиции, части 5, вы обязаны представиться при первом обращении. Я к вам обращаюсь. При первом требовании гражданин обязан представиться. Я хочу, чтобы вы сначала предъявили документы, представились в полном объеме. Для чего? Это уже второй вопрос. По первому требованию гражданина. Я не буду отвечать, пока я не удостоверюсь, кому я отвечаю. Так, я к вам обратился. Согласно статье 5 закона о полиции, часть 5, вы обязаны представиться. Вы нарушаете сейчас закон о полиции. Вы что хотели узнать? Я хочу удостовериться, кто вы есть. Для чего? Я хочу узнать, у меня есть вопрос. Я должен понимать, кому я обращаюсь. Я хочу удостовериться, к кому я обращаюсь. Я хочу увидеть ваши документы. Я не знаю, к кому я буду обращаться. Предъявите свои полномочия, в конце концов. Я говорю, я не знаю, к кому я буду обращаться. Я хочу обратиться к полицейскому. Я хочу узнать, полицейский вы или нет. Какие вопросы? Я хочу узнать, полицейский вы или нет. Вы меня не слышите? Статья закона о полиции вы нарушаете? Статья 5, часть 5, закон о полиции. Вы обязаны по первому требованию. Секундочку, не перебивайте, не говорите. Согласно этике полицейские, вы не имеете права перебивать, повышать на меня тон. Это ваше личное мнение. Это не личное темпо, я еще раз говорю. Вы мне по закону о полиции не говорите, к вам отношения никакого не имеет в данный Кто? Момент. Этот закон. Вы сейчас мне что вы говорите? Вы что хотели? Вы должны себя корректно вести, предъявить документы по первому обращению требования гражданина. Для того, чтобы я понимал, к кому я обращаюсь. Я у вас спрошу, что вы хотели узнать первоначально? Я не знаю, кто вы. Я хочу вы обратиться к полицейскому. Вы что хотите от меня узнать? Объясните. Я хочу обратиться к полицейскому. Вы ко мне обращайтесь, я вас слушаю. Я не знаю, кто вы. Вы ко мне обращаетесь. Ваша аббревиатура не говорит, а узнать, не подтверждает ваши полномочия. Как вас зовут? Вы мне покажите удостоверение, пожалуйста, кто вы есть. Для чего? Я хочу знать. Я имею право, статья 24 Конституции Российской Федерации. Я имею право знакомиться с любыми документами, затрагивающими мои права и свободы. Сейчас на данный момент я обращаюсь к сотруднику, да, или не сотруднику. Я не знаю, кто вы. Я хочу узнать, можете ли вы занимать данную должность, да, или звание, или форму носить. Да не надо мне отправлять из закона о полиции, вы обязаны представиться. Вы что, вообще думаете, что вы говорите? Вы думаете, что вы говорите? Чего? Вы нарушаете закон. Вы кто? Чей закон? Ну вы кто? Чей закон? Федеральный закон. По поводу чего? Вы не кричите. Давайте. Закон о полиции. Вы что хотели узнать? Давайте. Я хочу к вам обратиться. Ну, кому? Я не знаю, кто вы. Как мне к вам обращаться? Вы кто? Вы что хотели узнать? Вы не слышите? Я вам отвечаю, что я хочу узнать. Я хочу узнать, кто вы. Я вам задал вопрос, у меня на него. Вы в полицейской форме. Я хочу знать, кто вы. Люди знают, кто я, если надо будет. Мне не надо, люди, я хочу знать. Я гражданин, я имею право знать. Вы хотите сейчас конкретно меня узнать? Вы понимаете, у нас аудиозапись происходит. Хоть видео записывайте. Я говорю, вы что хотите? Видео записываю я.